Всем доброе утро. Как всегда, это видео, которого не должно было быть. У нас все начинается, как всегда. Звонок в 6 утра. Поедешь в лес? Поеду. И мы сегодня приехали на наш боевой полигон. Только вчера я чинил свою машину на трассе, а сегодня уже в лесу. Едем в две машины. Олег, еще Шевик, с нами первый раз. Едем просто покайфовать, встать на речке, растопить баньку, поплавать, покупаться. На улице январь месяц, праздники. В общем, кайфуем. Александр сегодня у нас за штурмана, я просто пассажир, оператор. Ага, всегда мы так говорим. Хотя в разрез, если пошел бы. Нет, прям в колею пускай падает. О, что-то засветлено. Оп. А в том году тут 31-е проезжали. Пойди чуть-чуть. Но 31-й бы не проехали. Почему? Что? Просто. Тут без вариантов, Саш. Руль только влево пускай. Пускай чуть назад даст. Я вот в этом месте чуть на одно колесо, ну, встал на одно колесо, чуть не перевернулся. Хорошее место. Да? Да такой сюрприз после рубля. Не, река мелкая вообще. Там вот горочка хорошая. Ой-ой-ой. Прыгай, ёптюрюрю. Так вот контроль его. Там ходами заезжать же всегда надо было. И чуть правее. А полуоси держат. У него раньше правая сторона только классная, сейчас уже левая. 31-й сафари. Сзади 100%, спереди преднатяг. Процентов 50. Проварено, усилено. Две лебедки зад, перед. Вот такой экспедиционный. Грамотный. Грамотный наборчик. Ага. И ходами. Где тут мелко? Хорошо. В общем, все опытные уже поняли, что это за маршрут. Маршрут известный как для стока, так и для подготовленных. В общем, едем, отдыхаем. Ну нету ее вообще, ее скопали. Ой-ой. Можно это объехать, если хотите. Я покажу как. Извините. Слав, я могу по-другому чуть провести. Получше, чтоб без лужи. Добро? Не-не-не, ровно, вправо, нормально. Все, достаточно.
срезали. Тут была еще больше ступенька. Подрезали ее, конечно. Не, не надо ему. Здесь тоже такое место, которое все объезжают. Но мы знаем, что здесь можно проехать прямо. Не надо ничего объезжать. Сейчас. Ровно на бревна выходи. Вот, вот так. Тоже интересное место, там отвесная вот ступенька. Мы всегда старались проезжать вот здесь. Потом пробили вот сюда дорогу. А сейчас смотрю, уже следы сюда пробили. Прям сразу в лес. Сейчас посмотрим, как Олег поедет. Но тут кто-то прям проезжает. Сейчас пообщаюсь с ним. Так, решили по-новому проехать. Сейчас я Олега проведу. О-о-о, сюда ж показываю. Саша, не удалось. Олег, чуть-чуть влево. Вот. И... Саш, не надо. Все, и выводи его вот сюда, вот так вот, по широкой, вот сюда. Так, Chevrolet сейчас спустим чуть-чуть по другому маршруту. Еще пошире, Слав. Еще. Максимально влево и на маленький. Отлично. Все, ровно. Все, и сейчас посмотрим, куда лучше. Да выскочит, Такой вообще велосипед изобрели. Вода идет в колье даже.
давай, давай. Ну, ты ж хотел сегодня ездить. О, я сейчас лягу. Вот это его, я сейчас лягу, я прям не могу, мне прям... Колеса чуть левее, Слав. Вот. И давай, пошел, вперед. Газу, 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 Слав! Здесь раньше столько воды не было, когда мы ездили. Она всегда была под бревнами. Бревна, я так понимаю, подмыло тоже, потому что заезд теперь очень плохой. Но Нива вот здесь пройдет. Но мы же, помните, год назад пробили вон там дорогу. Я это снял! Ну это должно было быть! Ну это хоть раз должно было случиться! Да не, ну это все нормально, но это реально смешно. А, ты с 13-м айфоном? Лучше позвонок, но все нормально. Так, и я лежу... А, вот здесь вот еще, здесь раньше была ступенька такая. Ее, получается, кто-то раскопал, сюда пару раз ездили, но сейчас, так как воды много, здесь был по-любому водоворот. И там ил по-любому. Хотя могло выносить его. Ну, в общем, не стали рисковать по бревнам, решили по нашей объездочке. Да, это плохая. Давай, 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 давай. Просто едь. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть вправо, вот. Еще, 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 еще. Теперь выкручивай влево. Вот, да, вот, отлично. Вот, вот, вот. И газу надо было. О, карбюратор, бензин отлил. Там пенек, там пенек. Не, проехал, поехали. Слышь, лягуха, когда страшно? А? Ой, там что-то с шевиком. Зачем тут кто-то деревья пилил? Непонятно зачем абсолютно вообще. То ли тут заезжать пытались. Что, шевик шире? Или не держит боковой?
Получается? Давай, 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 давай. Это лопата была. Нет, дверь. А, дверь. Ну, блядь. Это такие машины. Да что ж ты на эту дверь-то ложишься? Пошире заедь. Пошире. Да. Ну, потому что газ бросил. Во! А я сейчас багажник, да, получил? Ну, он тоже. Стой, стой, стой! Вот сюда, чуть-чуть вправо. Вот. Ничего не упрется. Вот так, едь, 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 а теперь колеса. Вот и все. Газу, газу, газу! Все нормально. Мы наслаждаемся речкой. Пока. Бобры будут грызть дерево. Потому что дерево мешает. Заодно на костер веток нарубим. Одно из легендарнейших мест. Внешне очень страшное. Тут промоина, тут камни, здесь камень. Но сейчас Олеж покажет, как надо его проезжать. Газ в палас! Да не тормози ты! Я тут тебя хвалю. Ну, подзаилилась, да, подзатянулась чуть-чуть. Прям тяжковато как будто. Оп. Залев этот тигр, а? Но мы еще тогда, год назад, говорили, что это место долго не проживет. Это узкая промоина, и она долго не прожила. Еще один раз мы по ней смогли проехать, и все. Раньше был вот там через лужу, потом вот здесь, и узенько вот тут вот место для одной Нивы. Сейчас этого места нет совсем. Но нашли объездку жесткую. Вот там вот пацаны путь чистят. И сейчас будем выезжать только на лебедке. Как передать этот угол? Тут просто еще камни и корни. И поэтому, дабы не копаться, не рвать. Ну, кто-то пытался заезжать, но видно, что выкопано все. Поехал. Помогай, помогай. Влево, 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 Олег. Вот. Вот. Ну да. Чуть-чуть вправо. Отлично. Ну ёпта. Ты, блядь, что, реально, что? Помогай, помогай, приводаш. Едь, едь, все время. Все время. Вправо, говорит.
Ну, тут без проблем. Идем на подъем. Сейчас сделай рывок один. Один рывок, чтоб заехало. Во, все, 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 не газуй дальше. Ребятку моя, забирай. И потихонечку на первой. Помогай, помогай, помогай. Привода же, чтоб не это. Помогай. Отлично, 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 отлично. Ну, походу, это завершение видоса. Но раньше вот труба, мы проезжали, вот тут дорога была, и вот туда вниз ныряли и выезжали. Но сейчас водопады Ниагарские, красота. Молодец. Но тут деревья подзабывали. Ну, вроде как есть объездка, сейчас будем смотреть, что с ней. Ну, размыло, видимо, давно, потому что вот... Следы какие-то есть дороги, но дорога, видимо, раньше проходила вот здесь вот все-таки. Так. Ну, сейчас. Две лопаты у нас имеются. Да, да, да. Почему? Зачем угол? Вот сюда спускать. Ну, можно и убрать. Раньше мы проезжали, то есть труба была на уровне стекол Нивы, потому что здесь вот был спуск и туда подъем наверх. Сейчас все изменилось, конечно. Вот это прям. Ну, как и выезжали раньше. Да. Ситуация. Так, ну поработали немножко пилой, поработали немножко лопатами. Сейчас будем... Я думаю, ничего сложного тут не будет. Просто интересный момент. Ну вот, вот это, конечно, масштаб, ребята. Отлично. Ровно, не надо никуда. Вот ровно, вот так. Секундочку. Все, вот ровно спускайся. Аккуратно, давай. Все, и выкрути. Вот, давай, давай, потихонечку. Давай, давай, отлично, отлично. Все, дно, давай. Стой, 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 копаешь. Давай назад и вправо. О, хорошо. Олег, дай там подкопаю. Попробуй максимально влево и попробуй ехать. Сейчас, подожди, Слава отойдет. Только на малых, Олег, на малых. Слав, отходи. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Стоп, стоп. Попробуй. Едь назад и выкручивай вправо. На месте не крути. Стой, 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 стой. Ты как сразу тронешься, колеса влево. Что там делают? Рихтуют. Что, как обстановка, Юрич? Дашь комментарий? Да, что, копаем. Давай. Объездки делаем. Лопату тестим. Я думаю, что нужно, чтобы снова... Все, давай вперед! Стоп! Влево и вперед! Давай, 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 давай! Нет, колеса не крути, Олег.
Сейчас. Надо подсвалить. Коль-то... Пошел, 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 пошел! Едь! Едь! Да едь, пожалуйста! Просто дай газу здесь, и колеса ровно поставь! Давай! Правее, Леш. Левее. Ой, пошел. Все, заглох? Влево. Ух, это было весело. Мата в Костику запикивает. Что там на Армавирском? Я говорю, сантый секунд диагональный. А ничего, что ты сейчас на двух ехал? Да? Ну да, диагональных. А шевик подлиннее, не забывай. И сразу, потихоньку. Вот так, вот сюда. Не-не, нормально, нормально, не ляжет. Все, поехал. Тормоз отпускай и едь. Нормально, нормально, нормально. Сейчас поехали. Влево, влево, едь, едь, едь. Поехал, поехал. Сейчас там рыхло. Давай, да. Влево, 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 колеса и вперед. Просто едь. Право, право, право. Аккуратно, там обрыв. Справа до упора и едь. Можно назад немножко. Я вывернул. Да, да, да. Давай, вперед. Давай, 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 давай. Стой, будь близко. Не стой, едь, едь, не крути. Нет, 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 нет. Зачем? Зачем вы это делаете? Там он просто в камень упирается с правой стороны. Да. Газ, 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 газ. Все, ничего страшного дальше. Да все уже ничего страшного, уже если что, лебедка есть.